В гости к пушистой красавице Белке пришли воспитанники детского сада «Сказка» и забыли о времени. Дружно принимали участие в забавах, отгадывали загадки, а параллельно знакомились с главной исторической достопримечательностью города – Кедровой рощей. Особенно приглянулся малышам кованый мешок, доверху наполненный шишками. Шишки-то у нас непростые, они волшебные. Потерешь шишечку и загадаешь желание, и она должна обязательно сбыться. Молодец! Дети, вот видите, какие веселые, все радостные, счастливые. Этих встреч было вообще-то побольше. И это желание обязательно сбудется, заверили сотрудники централизованной библиотечной системы. Новый арт-объект, появившийся в Коряжме в 2017 году, подарок городу на день рождения от мастеров прикладного творчества, художников, кузнецов и предпринимателей. Тематическая площадка с таинственным мешком, резными скамейками из лиственницы и легендой о старейшем кедре в Александровском парке востребована среди жителей даже зимой. К нам приходили ученики 5-й школы, 4-й Б-класс. С ними мы проводили экскурсию по Кедровой роще. Мы рассказывали историю создания этой рощи. Ну, а также проводили небольшие игровые такие мероприятия вот именно на этой площадке. Кедр-хранитель семейных традиций. Новый бренд Коряжмы – «Кедровая шишка» и памятник природы местного значения «Кедровая роща» уже стали отличительной особенностью города бумажников и отправной точкой нового краеведческого проекта ЦБС по тропинкам родного города. Одним мероприятием, связанным с историей Кедровой рощи и с площадкой «Кедр-хранитель семейных традиций», мы не ограничимся. Мы до мая месяца пройдем по знаковым и значимым местам нашего города. Мемориал «Обелиск славы», памятный знак чернобыльцам, памятник первостроителям. Это будет в различных игровых и в различных познавательных формах информация для детей. Дальше мы отдельно отработаем с родителями этих детей. И уже в мае, мы уже договорились, мы проведем квест-игру по тропинкам родного города. Впоследствии разработанные маршруты будут предложены гостям и туристам, что поможет Коряжме стать наиболее конкурентоспособной среди других городов, входящих в состав туристического кластера «Северное Трехречье». Над созданием различных тематических направлений сейчас работают сотрудники централизованной библиотечной системы.